мы бы увидели, насколько оно переполнено любовью. Встречайте, невеста Кристина! Уважаемые гости, конечно, нашу очаровательную невесту ведет под руку папа. Он сегодня так же взволнован, как и жених, потому что сегодня... Так как сегодня он свою кровиночку передает в руки в другую семью, уже в их семью. Давайте поддержим бурными аплодисментами. Thank you.
Thank you.
Però questa è comanda la ragione.